Добрый день, мои дорогие. Выбрался 12 июня на рыбалочку в такой шикарный лесок. Уже хожу, наверное, полчаса, ни одной поклевки нету. Ловил на блесну. Сейчас попробую ловить на муху. Я думаю, на муху мы что-нибудь с вами обязательно поймаем. Ну вот, мои дорогие, моя первая рыба. Такая первая рыба у нас с вами попалась. Но прям не рыба, а зверь. Спустя час мы ловили штук 30. Доброй субботы, мои дорогие. А сегодня мы с вами будем готовить верхоплавку. Правильно, мои дорогие. Будем готовить из рыбы верхоплавка, консервы в казане. Нашу верхоплавку принесли домой, быстренько ее почистили. Баночки обязательно стерилизуем. В наши баночки положили по одному листику лаврушки, по два перчика душистого горошком и по одному грамму нитритной соли. И по 2 грамма обычного черного перца. Почищенную рыбку укладываем аккуратненько в баночку, плотненько-плотненько. Добавляем по 50 грамм подсолнечного масла и плотно закрываем и убираем в наш казан, предварительно положив на дно казана обычное полотенце. Наша рыбка находилась в казане ровно 2 часа. Так как уже дело было под вечер, мы ее там и оставили, а утром уже достали. Вот такая баночка, точнее 2 баночки у нас с вами получилось. Одна в холодильнике, а одну мы с вами сейчас попробуем. Смотрите, сколько рыбки у нас получилось и какая она золотистая. Рыбка разбирается прям как шпроты. Давайте попробуем, как она на вкус. Ой, прям в руках все разбирается. Ну-ка. Кости не чувствуются вообще. Жирненькая рыбка получилась. Немножко, конечно, я бы еще подсолил. Что-то там на кончике ложки мы взяли немножко соли. Маловато, надо было чуть побольше. Рыбка, в принципе, зачет. Сейчас сварим картошку, будем есть ее с картошкой. Ну вот, мои дорогие, вот такая у нас рыбка получилась. Да, не хватает немножко соли. Но соли добавим. А вам, мои дорогие, приятного аппетита и отличных выходных!